Спорт в каждое село. В Тетюшском Ульяновского района построили универсальный спортивный комплекс. Теперь здесь сможет заниматься любой местный житель. В одноэтажном здании разместили все необходимое. Главное – это сам зал на 330 квадратных метров. Рядом раздевалки и душевые, а также административный комплекс. В зале уже вовсю занимаются юные борцы. Раньше спортсмены и тренеры ютились в школьном спортзале. Сколько ребят всего занимается? Где-то так вот человек 40-45, ну постоянно где-то 35. Ну, там, кто болеет, кто-то приходит, кто-то уходит, да? А косяги 35 человек постоянно будет. В спортивном зале также смогут проводить уроки физкультуры для школьников, а в свободное время заниматься взрослые. Также возможно проведение районных первенств и турниров. Новому объекту присвоено имя мастера спорта СССР по вольной борьбе, заслуженного тренера Российской Федерации Валентина Газоева. Его воспитанники добились высоких результатов. Один из них – тренер Сергей Клочков, который уже работает в новом комплексе. Ребят, ну как вам спортзал новый? Отлично! Отлично? Будете заниматься здесь? Да! Молодцы. Большим уважением отношусь к ребятам, кто занимается единоборствами. Они, как правило, очень многого достигают в жизни. Потому что во время тренировок ваши тренеры воспитывают в вас очень важное и нужное для дальнейшей жизни качество. На прилегающей территории оборудованы площадки для мини-футбола, баскетбола и воркаута. Средства на строительство комплекса были выделены из областного бюджета. Анна Тищенко, Управда ТВ.